Жители этого дома уже не первый год страдают от неприятного соседства. Говорят, неизвестные люди ежедневно ночуют прямо под их окнами, а точнее под козырьком у подвала. При этом мусор за собой убирать никто не торопится. Образовалась настоящая свалка. И дворник вытаскивал, и мы вытаскиваем сюда, выкидываем, она соберет, выкинет. Она уже устала. Сколько можно? Ведь невозможно каждый день ходить и собирать их. Она ведь тоже человек, ведь может заработок схватить. Мы не знаем, что за люди здесь ночуют. А вот приехать вечерком посмотреть, там какая компания сидит. Тараканы, блохи и клопы, ихние дело. Вот. Ну, мы, во-первых, мы боимся. И первый этаж не открываем окна. А вот это балкон, это детский клуб. Тут дети все видят, все знают. Чего не умеют, они научатся у них. Рядом с горами мусора открытый колодец. Правда, до этого здесь нет никому дела, жалуются жители. В доме без того масса проблем. Штукатурка отваливается, а вместе с ней сыпятся и старые кирпичи. Лет 5 уже кирпичи падают. И так все молчат. Старший у нас по дому живет в деревне. Ей летом не касается. А бабушка вот сидит у нас на крылечке и говорит, что уже падал кирпичи туда. Но как раз, говорит, людей не было. А если пойдет человек на голову? Я им сказала, я говорю, если упадет кирпич на голову, ведь вам тюрьма. А он говорит, какие кирпичи, откуда у вас дом панельный? Тут-то действительно он панельный. И там панельный, и тут панельный. А откуда кирпичи там появились, мы не знаем. Не лучшая картина и внутри дома. Жильцы рассказывают, на входе в подъезд идеальный ремонт. А вот в коридорах между квартирами до стен лучше не дотрагиваться. Штукатурка того и гляди рухнет. Жители уже не знают, куда обращаться за помощью. Ведь на их просьбы принять меры должной реакции не последовало. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ.